Всем привет! Сегодня будем делать акуру, она же Honda Accord. Для начала мы вырезаем нашу старую арку, сгнившую, которая сгнившая. Так, сейчас я ее отломаю. Чуть-чуть не дорезал. Вот наша старая арка, которая была гнилая. Выбрасываем, вырезаем новую и привариваем. Я уже вырезал, это я не снимал. Немножко прихватил. Начинаю приваривать сплошным швом. Для начала, конечно, я прошел точечками. Сейчас я уже завариваю полностью сплошным швом. После того, как прошли, заварили сплошным швом всю арку, берем болгарку, ставим на нее лепестковый кружок. Наждачка R80 у меня градация на кружке. Она очень хорошо зачищает, не пилит сильно металл, шов очень хорошо зачищает, гладенько получается. Очень красиво. Вот таким вот образом у нас зачистилось это все. Ну вот смотрите, какая арочка. Вот новая арка. Все красиво этим кружком оно запиливает. Не вырезает никаких дыр. После того, как все зачистили, берем 240-ую наждачку, губочку. И все это хорошенько перемотовываем. Где были жучки, где мы зачищали болгаркой, где варилось. Все полностью очень хорошо перемотовываем. Для того, чтобы держался эпоксидный грунт. Вот таким образом мы все перемотовали. Сейчас обдуем. После того, когда перемотовал все 240-й губочкой, беру вот такую пленку. Я этой пленкой пользуюсь как бы уже давно. Она идет сразу со скотчем, поэтому она мне очень нравится. Она идет разной ширины, там, по-моему, от 40 сантиметров, там, может, до 1,5 метра или до 2. Сразу со скотчем вот так обклеиваешь. Она магнитная. На арках где-то, да, на изгибах, конечно, плохо ей работать, потому что она такими жмурками собирается. А если где-то более-менее ровные такие обклейки, то вообще хорошо обклеил. И все, и красота.
Так, еще кусочек тут доклеим сейчас. После обклейки я беру эпоксидный грунт в баллончике. Вот такой вот Body 981, это эпоксидный. И хорошо заливаю те места, которые попротирал, там, где была сварка. Заливал там, где жучки были, подтирал немного. И после того, когда высохнет, уже наношу шпаклевку. Опять же, подмотовываю, тоже нам можно 240-й наждачкой. И уже наношу шпаклевку. Так, процесс шпаклевки я не снимал. Кому интересно, можете посмотреть у меня на канале. Вот я уже вышпаклевал все. Обклеился под наполнительный грунт. Затем все это дело загрунтовал наполнительным, подождал, пока высохнет. Беру 320-й кружок на орбиталку, перебиваю все 320-м кружком. Затем вот такие вот две губочки двухсторонние. Беру одну салатовую, одну фиолетовую. Салатовая у нас получается 180-й градации, как fine, super fine. А фиолетовая получается как ultra fine. Очень тонкая. Перетираем все это дело, обезжириваем, начинаем обклеивать. Обклеиваем сразу проем вот таким вот образом, как флажок. То есть, когда дверь закрываешь, оно получается как валан. Вот такой вот темой. Затем, после того, как обклеили, все опять обезжириваем и наклеиваем флажок для перехода по лаку. Чуть-чуть выше конта, вот таким вот образом. И начинаем наносить базу. Первый слой, но не выше 10 сантиметров, не доходя до перехода. Именно базу. Несколько слоев базы наносим, пока не укроется. И затем все это дело заливаем лаком. Тоже первый слой, второй слой на глянец. После того, как залили лаком, сразу же снимаем вот этот скотч. Все. Вот получается вот такая вот тема, а потом ее располировываем. Вот так вот оно растеклось. Ждем схватывания, и затем мы уже начинаем расклеивать машину и ждем полного высыхания, полируем наш переход и собираем машину. Поэтому, кому интересно, заходите на канал, подписывайтесь. Всем удачи!